Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим конструктор металлический для детей от 50 лет. Ретро автомобили в количестве 300 деталей. 30 деталей мы считать не будем, но ознакомимся, что же сюда входит. А входит туда куча всего. Будем собирать кабриолет, Дарин, или будем собирать раритет автомобиль? Давай. Это или? Давай двое. Нет, надо или то собирать. Какой будем собирать? Ну-ка, какой красивший? Красивший? Угу. Че, Оля тоже будет собирать у нас? Ну-ка, ну-ка. Вот этот вот, да? Да. Хорошо, давайте теперь скроем коробочку. Что же у нас? Ой, извините. Производственный процесс, не вмешиваемся, аккуратно. Может прилететь. Так. Так. Так, скроем. Держу. Скроем. Да, молодец, держи, дочь. Так, скроем. Да, да. На тебе по папе. Так, ну-ка, класс! Опа, ничего себе, что же тут у нас внутри? Внутри у нас куча винтиков, фунтиков. Колеса есть, ничего себе, какие шикарные колеса. Количество 4 штук. Эй. Да, да, вот. Потом угловые пластинки. Две класс! Да. Ты что, кино будешь снимать? Уже кино снимаю, дочь. И всевозможные штуки. И пластиковые, и такие. А, ты потом своим друзьям отдашь, да? Да, 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 своим друзьям покажу, дочь. Так, ну, в общем, сейчас мы это все будем радостно собирать. А это что такое, папа? Это называется ключ. Получать винтики будем? Да. Да, Оля. Вот верни-ка нам инструмент. Да. Это руль, наверное. Это руль, да, скорее всего. Ну, в общем, спасибо за внимание. Дарите детям радость и занимайтесь с ними народным творчеством. И не только народным. Спасибо за внимание. Еще играйте с детьми. Да, еще играйте с детьми. Оля, а ты что добавишь? ГМУ. ГМУ? Да? Играйте гумму. Всего хорошего.